Приветствую, дорогие наши друзья. Меня зовут Саймурод Давлатов. Я бизнес-тренер с 98 года. У меня опыта более 60 бизнесов. И на данный момент мои бизнесы действуют, работают в территории СНГ и за зарубеж в Дубае, Китае и Америке. За эти годы я обучал более 600 тысяч человек по финансовой грамотности. На данный момент с каждым днем растет конкуренция. Большинство методик ведения бизнеса, которые раньше мы работали, были актуальны, сейчас становятся неактуальными. Рынок начинает требовать от нас быть больше профессионалом, чем раньше. Большие остатки, надутый персонал, неокупаемые рекламные расходы, надутые арендные площади. Покупка клиента придется очень большие затраты делать. Стоимость одного потребителя с каждым днем растет для нас и так далее. Дорогие друзья, работая с предпринимателями и в бизнесе самому 20 лет и накапливая достаточно опыта, могу сказать несколько основных вещей, на чего надо внимание обратить. Самое первое – это вы сами, ваши способности принимать правильные решения. Если вы почитаете книги о бизнесе, почитаете деловую литературу, вы увидите, что большинство из них рассказывают и рекомендуют. 80% они говорят о психологии, только 10-20% они говорят о, скажем, о технологии, говорят о какие-то фишки и так далее. Но 80-90% роль играет ваше сознание, ваше мышление, умение видеть, стратегически мыслить, можно сказать, дальновидность и ваши способности понять. Мы понимаем, что граница ваших достижений определяется уровнем вашим пониманием. Поэтому самое первое, с чего вы должны начинать, это умение правильно принимать решения. Что является показателем, что вы научились правильно принимать решения? Это последствия. Каждое решение, которое мы принимаем, либо приближает нас к нашей цели, либо нас отодвигает от нашей цели. Если вы приняли решение, и это решение помогло вам сократить время и добиться, помог вам меньшими ресурсами добиться большего результата, получается, что вы приняли правильное решение. Но если вы приняли решение, которое за ним последовало дополнительные затраты, дополнительные расходы, например, вы приняли решение, с кем работать, быть партнером, приняли решение, какой рынок заходить, какой продукт запускать, какой технологию использовать, все эти решения, они являются стратегическими решениями. Те решения, от которых зависит судьба вашего бизнеса. Поэтому самый первый шаг – это работайте над собой. Если вы уставшие, ваше сознание уставшее, ваши взгляды устаревшие, ваша, можно сказать, точка зрения однобокная и так далее, очень тяжело делать бизнес, даже если у вас супертехнология будет. Поэтому первый шаг – это начните работать над собой и начните именно от себя. Первый шаг. Второе, что нужно, необходимо делать – это умение понять и создать сильную команду. Есть такая фраза: если хочешь быстро пойти, иди сам один, но если хочешь далеко пойти, создай команду. Вам нужна сильная профессиональная команда. Без команды далеко не пойдешь, это уже понятно, ясное дело. Работайте над тем, чтобы организовать работу хорошо, а не над тем, чтобы работу делать хорошо. Внимание обратите, вкладывайте усилия и время не для того, чтобы работу делать хорошо, а вкладывайте усилия и время, чтобы работу организовать хорошо. Если вы занимаетесь бизнесом, и ваш бизнес без вас не могут существовать, без вас не могут работать, значит, у вас есть просто рабочее место, но у вас еще нет бизнеса. Бизнес – это значит система, которая работает без нас. Это система, целая система, которая функционирует без нас. Люди объединены не вокруг лидера, а люди объединены вокруг идеологии, вокруг миссии того, какая ценность несет этот бизнес. То есть в вашем бизнесе должна быть какая-то смысл. Понятное дело, что все хотят зарабатывать, но ваш смысл жизни не в этом заключается. Поэтому второй важный момент, именно то, что сейчас мы с вами говорили, создайте сильную команду. Третья важная вещь, которая необходима будет для вас, пожалуйста, сильно акцент делайте на маркетинг. Изучайте. Многие компании банкротятся не потому, что продажа слабая, а потому, что у них слабый маркетинг. Они не изучают своего потребителя. Они мало знают о своем потребителе. Вспомните, когда-то вы были влюбленный человек. Когда-то вы сильно любили кого-то. Вы интересовались эту девушку или этот парень максимально. Изучали его характер, его вкус, что ей нравится и так далее. Теперь вместо этого вашего любимого человека занимает ваш потребитель. Максимально акцент делайте на его жизнь. Максимально концентрируйтесь на его проблемах. Как вы можете ему помочь достигать его мечты или как вы ему можете помочь решать его проблемы? Будьте таким человеком, который, можно сказать, ваши предложения
должно быть таким, чтобы ваш потребитель не мог обойти без вашей услуги или без вашей продукции, можно сказать, без вашей ценности. Поэтому фокус делайте именно на это. Тогда вы сами осознаете, потому что вы тоже являетесь потребителем чьей-то услуги или чьей-то продукт. Вы хотите, чтобы к вам обращались именно так. Четвертая важная вещь, пожалуйста, научитесь использовать современную технологию, потому что это очень стало необходимо. Необходимо на сегодняшний день современная технология. Учитесь использовать для того, чтобы стать более эффективным, но не станьте рабом технологии. Это очень важный момент. Пятая важная вещь, которую вы должны усваивать хорошо, это что? Научитесь создать бизнес, чтобы бизнес генерировал деньги, а не потребляли деньги. За эти годы моей работы я консультировал очень много предпринимателей. Я столкнулся с тем, что у многих из них бизнес потребляет деньги. То есть, что это означает? Это означает, что он работает 5 лет, или 7 лет, или 10 лет, но до сих пор у него на товарооборота не хватает деньги. До сих пор у него большие кредиты. До сих пор у него большие обязательства перед поставщиками. И так далее, и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что бизнес превращался к тому, чтобы она потребляет больше, у него расходы растут. Поэтому научитесь делать бизнес так, чтобы бизнес генерировал деньги. Когда начинал консультировать многих предпринимателей, я именно с этого начинал. Я начал научить их, как создавать рынок. Это очень важная вещь. Как создавать рынок? Надо научиться создавать рынок. И как выбрать ту рынок, который вы могли бы быть более конкурентоспособными. Более конкурентоспособными по сравнению, например, ваших конкурентов и так далее. Создайте свой рынок. Запомните эту правило. Создайте свой рынок. Внимание обратите. Создайте свой продукт в растущем рынке. Создайте свой рынок. Третье. Расширяйте свой рынок. Седьмое правило. Четко осознавайте, что вы должны понимать, когда можно расширяться, когда нельзя. Иначе все ваши расширения приведут к распылению. Я дважды был банкротом и дважды пережил эти ситуации, когда именно пытался расширяться. И мне показалось это круто. Я считал, что это очень своевременно и так далее. И я начал преждевременное расширение заниматься. И итог это привело к распылению. Я был очень счастлив, правда, на тот момент, что у меня дополнительно 36 магазинов появились и так далее, и так далее. Три стран мира и так далее. Но потом, когда начали банкротство, пойти было очень трудно. Два показателя, когда вы можете расширяться. Первый. У вас появляется, то есть вы с того источник дохода довели до потолка проходимости. То есть любой источник дохода имеет до потолка возможности. Доведите его сначала до потолка возможности. Даже если у вас есть ресторан, или у вас есть кафе, или у вас есть магазин и так далее. До потолка проходимости доведите этого. С этого бизнеса, с этого источника дохода максимально постарайтесь выжимать то, что вы можете получать прибыль и так далее. И когда вы видите, что у вас появляется, то есть лишний товар, то есть у вас много накопилось остатки. Первый показатель. Второй, у вас накопилось уже определенный резервный фонд, который вы понимаете, что эти деньги сюда вложить снова в продукцию или что-то, смысла нету. Вот тогда, пожалуйста, расширяйтесь. Но если вы занимаетесь услуга, два показателя, которые помогают вам расширяться, это первый, у вас резервные деньги появились, второй, резервные кадры появились. Если вы занимаетесь услуга, концентруйтесь на это. Дорогие друзья, дорогие предприниматели, быть бизнесменом – это не обман, это не хитрость. Это просто служить людям, через бизнес выражать себя. Это то же самое, как кинорежиссер через свой фильм выражает себя, как художник через картину. Быть предпринимателем – это не означает, что просто впихать свой продукт или свой товар, кому нужен, кому не нужен. Нет. Быть предпринимателем – это ты слуга народа. Больше всего вы оплачиваете за все. Поэтому именно эта ценность надо понимать. Быть предпринимателем – это служить людям, максимально служить людям, максимально больше создавать рабочие места, больше принести пользу. Если ты научился зарабатывать больше, ты должен эти деньги использовать максимально на полезности. Научитесь создать систему, которая работает без вас, что даже если спустя 10-20 лет вы уйдете от бизнеса, чтобы бизнес мог процветать без вас. Желаем вам успехов!